В Петрозаводске состоялся митинг в поддержку Навального. Его сторонники собрались на площади Кирова в минувшую субботу. Акция не была согласована с городскими властями, поэтому полиция обращалась к митингующим с просьбой не устраивать провокации и покинуть площадь. Однако без конфликтов не обошлось. Некоторых людей, пришедших с плакатами или, по мнению полиции, провоцировавших толпу, все же задерживали. На площади также работал ОМОН и сотрудники Росгвардии. Уводим, говорю! Что? Оставьте парня! Решаем работу! Всего, по предварительным данным, были задержаны 23 митингующих, в том числе двое несовершеннолетних. Задержание одного из них прокомментировал уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, который также присутствовал на площади. Я предложил ему свою помощь в связаться с законными представителями. Он пришел без телефона, но не смог вспомнить телефон родителей. Вот. Мы остановились на том, что сейчас как бы установят родители, найдут контакт и дальше уже будем помогать. В целом акция протекает спокойно. То есть люди пришли выразить свое мнение. К сожалению, очень много людей, которые не понимают, собственно говоря, что происходит. Я разговаривал с ребятами. Это любопытствующее.